Якоря существуют так же давно, как и противостояние человека и рыбы на небольшой глубине, где они сражаются, испытывая свою волю, мастерство и настойчивость. И чтобы выйти победителем из этой битвы, человек придумал всевозможные способы удерживать лодку на месте, чтобы точнее нацелиться на свою добычу. От якорей из палок до заполненной бетоном банки, ведь самое главное — крепко зафиксироваться. Поэтому неудивительно, что в конце концов человек создал механическое устройство для задач, которые когда-то требовали килограммов бетона и длинных громоздких палок. Пришло время якоря для мелководья. Перенесемся в 2017 год, потому что фраза «и так сойдет» — это точно не про Минкота. И мы просто вывели наш коготь на совершенно новый уровень, и в прямом, и в переносном смысле. И скоро вы поймете, что мы имеем в виду. Или не скоро, там видно будет. Короче, вот 15 причин, почему новый коготь от Минкота действительно является абсолютным королем среди мелководных якорей. Номер один. Уникальная конструкция делает коготь легким в установке, применении, обслуживании и любви. Никакого беспорядка, суеты и путаницы, более быстрое и тихое развертывание. Номер два. Когти раскрываются вертикально, прямо вниз, так что сражайтесь с этой рыбой, стоя где угодно на корме. Стойте на своем и знайте, что мы никогда не помешаем и отдадим эту рыбу туда, где ей самое место, в ваши нежные, любящие руки. Три. Режимы «Бурная вода» и «Мягкое дно» дают вам адаптироваться к текущим условиям, как хамелеон. 4. Слово «коготь» уже вызывает образ рыбы, которую хищная птица легко выдергивает из воды, что заставляет вас чувствовать себя сильным, храбрым и свирепым. Всегда пожалуйста. Готовы к номеру 5? Как насчет 5 вариантов управления устройством? Ножной переключатель, пульт, приложение на смартфон, с вашего устройства Hummingbird или прямо на панели управления когтя? 6. Гладкий новый дизайн стал аэродинамичнее и просто секси. 7. В любом месте вы будете предметом бесконечных дискуссий и обсуждений среди других водомоторников и клиентов бензоколонок, пока один из них не наберется смелости спросить: «А чё это за штуки торчат из задней части вашей лодки?» Номер 8. Дверь вашего гаража 2,5 метра высотой, как у большинства владельцев лодок в России. Так вот, благодаря телескопической конструкции, коготь дает вам гораздо больше шансов установить это 3,5-метровое устройство в вашем гараже без наклона. А наши дополнительные кронштейны позволят вам легко и быстро наклонять свой коготь в лодку, убирая его с дороги для хранения, прохода под мостами или спелеологических исследований в пещерах. Это номер 9, для тех, кто еще ведет счет. Бум! Номер 10. Фонари. Да, фонари делают вашу заднюю фиш-платформу больше, чем квартиру у других рыбаков. Это ночная мастерская, приманочная страна чудес, просто маяк света в предрассветной мгле. 11. Старт в одиночку, да проще некуда. Слепуетесь, находите место, жмете кнопку, коготь раскрылся и запарковал вас. Номер 12 — это 3,5 метра в глубину. Есть модель 2,5 и 3 метра, но постойте, это еще не все. 13 — несчастливое число, а мы все-таки рыбаки, поэтому пропускаем 13, а бананы оставляем на пристани. 14. Мы уже близко, и пока мы не добрались до последней действительно важной вещи, как насчет множества небольших. Например, LED-индикатор глубины, встроенное поглощение волн и система уведомлений о развертывании, которая не даст вам начать движение с опущенным якорем. И, наконец, номер 15. Как вам 4,5 метра? Да, теперь есть модель когтя, которая погружается нереально глубоко. На целых 50% дальше, чем самая глубинная модель конкурентов. Мы открываем доступ к новым водоемам и позволяем использовать коготь в большем количестве мест и ситуаций, чем когда-либо прежде. Фух, ну как-то так. Так вот, 15 причин. А чтобы погрузиться еще глубже, просто заходите на сайт BoatLab Pro. Ссылка в описании под роликом. А еще подписывайтесь на наш канал, ставьте лайкосики и пишите в комментах, как вам наш перевод.